5 квартир на этаже, заходим. Слева у нас это кухня по ходу дела. Планировка дурацкая. Спальня с проходом через кухню. Криворукие дизайнеры делали. Лоджия широкая. Потолок высокий довольно-таки. 2,72. Кухня с видом на ЖК сети. Вот эта штука сделана для того, чтобы детишки не падали. Безопасность. Подоконник. Спать на нем, конечно, нельзя, но посидеть на нем можно. Коридор широкий. Упираемся в два санузла. Налево спальня. Окна большие, с защитой для детей от выпадения. Дверь такая дешманская довольно-таки. Санузел нормальный, здесь можно развернуться. Санузел нормальный, с местом для стиральной машины. Краны выключены. Спальня. Спальня квадратная, хорошая планировка. Вполне. Видно ЖК Аэросити и настройку. Четвертый этаж. Потолки 2,72. Ну, в общем, нормальный такой. Нормальный эконом-класс. Коридор большой и несуразный. Ну, вы поняли, да?